Зареченские пловцы уехали за новыми победами. Спортсмены 2000-2002 годов рождения примут участие во всероссийском турнире «Надежда». Соревнования пройдут в Оренбургской области. В Орск едут 15 человек от города Заречного. Это всероссийский турнир, 20-й, называется «Надежда». Мастер спорта по плаванию Владимир Тетенькин планирует улучшить в Орске свои личные результаты. К тому же у него есть цель стать лучшим спортсменом соревнований. С хорошим настроением еду. Хочу проплыть 3 дистанции. Победить на них, проплыть по очкам хорошо, выиграть лучшего спортсмена. В 2015 году лучшим спортсменом всероссийского турнира «Надежда» стал зареченец Илья Еремин. Из Орска он привез главный приз соревнований. И в этом году у наших пловцов есть все шансы отличиться на турнире. Будем болеть за наших. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».